Добрый день, друзья. Меня зовут Ольга, это Влад. Мы сегодня проведем такую встречу, которая будет касаться школы, обучения на слипера и гипнолога. Первая школа начнется в начале июня. Мы ведем сейчас подготовку к этому открытию и хотим для вас сделать такой маленький обзор, что это будет, как это будет, потому что поступают вопросы от наших клиентов и от новых людей, которые еще не проходили у нас чистку, но хотят обучаться. Вот. Сейчас я задам Владу несколько вопросов, которые вас интересуют, и Влад ответит подробно, расскажет, что, как это будет. Влад, привет. Приветствую всех. Да. Пару вопросов появилось насчет школы, я объясню. Основные моменты, основной пункт. Время обучения будет составлять от 4 до 5 недель. Скорее всего, первую неделю мы возьмем как ознакомительную для проведения самогипноза и настройки для основных параметров. Вот. И потом уже начнем конкретно работать. Что нужно для работы? В первую очередь для работы нужны очень хорошие наушники, закрытые наушники, чтобы ухо полностью туда входило. Такие наушники стоят где-то от 70 до 200 евро. Фирма рекомендую такие, как Logitech X-Pro или Jabra. Очень хорошие наушники. И также нужна будет маска. Маска должна 3D, чтобы глаза туда полностью, на глаза не было давления. И глаза во время работы, они всегда двигаются. Поэтому неприятное будет ощущение, если будет маска очень дешевая. Хорошая маска стоит где-то порядка 5-10 долларов, я не знаю. В общем, в этих пределах 3D она называется. Дальше. Занятие будет проводиться 2 раза в неделю. Скорее всего, после каждого занятия будет домашнее задание, и это домашнее задание нужно делать как гипнолог и как слипер. Мы разобьем на пары людей, люди будут работать в парах, и если один гипнолог, например, у него есть задание такое-то, такое-то, провести сеанс, потом он меняется и становится слипером, чтобы все получали знания и слипера, и гипнолога. Одновременно. Обучение будет проводиться в парах. Возможно, мы даже пары еще в середине работы через 2 недели поменяем, чтобы люди имели возможность между собой еще поработать. Что будем давать в дорогу? Для начала пойдет самогипноз, потом мы сделаем специальную рабочую индукцию для погружения в парах. Будет дана в первую очередь техника защиты, техника безопасности при работе в астрале. Потом будут такие задания, как, например, посещение хроник, посещение высшего я, сначала своего высшего я, потом высшего я клиентов, посещение Млечного Пути, посещение очень многих остальных вещей, о которых я здесь говорить не буду, специальных потоков. Люди будут начинать с того, что они будут чистить друг друга. То есть сначала они начинают работать в парах и
мы, например, дадим такое задание посмотреть свою последнюю жизнь, и гипнолог должен привести слипера в хроники Акаши, проходит специальные ритуалы там, очищение после этого, посещение хроник Акаши, найти свою книгу, хранители хроник Акаши, все эти знания мы будем давать. И последнюю жизнь они должны полностью пройти до момента тогда, когда душа выходит уже из тела и поднимается вверх. В общем, такие задания будут. Далее последние две недели будут более интенсивными. Там будет работа в комнате диагностики, там будет специальные защиты. Мы будем давать для работы в астрале, будут даны знания на чистку домов. Как я уже говорил, разбор и просмотр специальных ситуаций. Это все будет подготовочные знания для подготовки. Все задания будут исполняться, как я уже говорил, как слипер и гипнолог. Потом вы можете уже начинать последнюю, скорее всего, неделю чистить других людей. Это будет как выпускной экзамен. Вы должны проработать, взять из знакомого или людей, которые близкие стоят и которые там по их согласию, безусловно, очистить их, вытащить все, все проверить. Это уже будет конкретная практическая работа, и она будет исполняться, ну, где-то последние недели, полторы. Это мы уже будем конкретно работать в хрониках, вернее, в комнате диагностики. Мы научим, как выводить сущности, как их распознавать, как все проверять. Мы научим, кроме того, еще дадим знания по лечению, так как мы еще лечим тонкие тела, поэтому эти знания мы все передадим, все техники, которые нам известны. Ну и, безусловно, в течение этих четырех недель, более чем уверены, вы, каждый из наших учеников познакомится со своим куратором, которому будет помогать в его работе. Вот. Ну а лучшие из лучших, те, которые, в общем-то, сложившиеся пары, я их называю лучшие из лучших, которые собираются действительно работать дальше в этой области, а не пришли чисто из-за интереса получить какое-то новое знание, те получат куратора группы, который их неимоверно дальше продвинет, как и нас с Верой в свое время продвинула Амалия. Вот. У куратора очень много влияние, очень много знаний, которые личный куратор человека не в состоянии ему дать. То есть они вам дают оружие, специальные знания, объясняют ситуации, присутствуют на сеансах. Это все мы будем давать. В общем, очень интенсивная такая программа будет. И будет она длиться, скорее всего, 5 недель. Одну неделю мы возьмем ознакомительную и 4 недели интенсивного обучения. То есть, Влад, еще хочу уточнить, по поводу пар. Вот был такой вопрос, могу ли я себе выбрать сам пару? То есть в процессе они будут меняться? Пары будут меняться для того, чтобы мы еще будем рекомендовать, кроме того, что вы работаете со своей парой, еще договориться со своим партнером из группы и с другим, который хочет поработать. Будет специальный чат открыт, вы можете там общаться между собой и договариваться о сеансах, кто там хочет быть слипером, кто там хочет быть гипнологом, потому что практика – это действительно самое ценное, что есть в этой работе. Теория, безусловно, важна, но практическая, когда вы начнете работать в астрале и поймете, как это все работает, то придется делать именно так, менять пары. Могут сформироваться в конце обучения, да? Или в конце обучения. Ну, желательно, конечно, мы желаем к концу обучения. Мы, например, сферы сформировались в течение одной недели после начала. Вот. Другие могут себя найти, ну, может быть, на третьей неделе, на четвертой. Тут играет очень много таких факторов, как энергии должны быть приятные друг другу. И человек должен, тот, кто хочет, например, быть гипнологом, работать над своей речью нельзя. Завышенными нотами, например, говорить. Это все у нас говорится. Мы без музыки все это делаем. У нас сухая медитация, сухая индукция. Мы называем ее погружение, индукция. Но эти все техники мы объясним. Я буду сам проводить медитации, сам проводить эту работу вместе с Верой. Мы будем обсуждать домашние задания в чате и переходить к следующей теме, когда все сдадут. Как будут проходить эти занятия? Занятия будут проходить онлайн, да, и мы будем, скорее всего, делать их в скайпе, потому что все остальные возможности сейчас, ну, для многих закрыты.
Для этого рекомендуются хорошие наушники. Это очень важно, закрытые наушники. Те, кто решит, это как инвестировать в хорошую обувь, если вы собираетесь там в горы идти и так далее. Это через онлайн. Никаких, да? Наушников через телефон, это все. Никаких дешевых наушников, никаких на одну сторону наушников. Или вообще работы без наушников не признается. Это невозможно будет работать, это неуважение к своему партнеру. Связь должна быть очень хорошая, потому что вы должны себе представить, что когда вы работаете, и в этот момент происходит какая-то ситуация, а вы не можете понять или услышать, о чем идет речь. Тогда начинаются нервы, мы же работаем в живом режиме, тогда начинаются нервы, и это, соответственно, не нужно никому. Мы научим, как выходить из медитации, если вдруг оборвется связь, или выходить из работы, такие ситуации. Эти все знания будут даваться. Ну и кроме того, мы дадим наши специфические знания, которые мы получили сами от своих кураторов. У нас уже есть куратор нашей школы, Константин, да, который нам был дан высшими светлыми силами. Наша школа уже существует на астральном плане. Еще я хотел два слова добавить о количестве учащихся. Их не будет больше 20. Скорее всего, 12 до 14 или максимум до 20, потому что мы не собираемся производить количество, нам нужны качества. Нам нужны именно те люди, которые собираются дальше работать в этом направлении и которые для себя это уже решили. Те, кто имеет какие-то знания, безусловно, приветствуются, но во время обучения мы эти знания будем просить не применять, вы можете после обучения их применять, потому что это связано, опять-таки, с техникой безопасности, неизвестно, какими эгрегорами вы подключены и так далее, для того, чтобы, ну, чтобы хуже просто не стало. То есть от 7 до 10 пар будет, да? Первый. От 7 максимум 10 пар, то есть максимум, можем сказать, 20. Это будет максимальное количество группы для того, чтобы мы физически с Верой могли это еще обработать. Занятие будет 5 недель идти. На все вопросы мы отвечаем, и в течение месяца после курса мы... Любые наши ученики могут нам писать, мы отвечаем на все вопросы, помогаем им в первое время после занятий. Мы будем проверять, безусловно, с кем мы имеем дело. Мы будем просить фотографии человека, описать, почему он этим хочет заниматься. Его день рождения и разрешение на просмотр, визуальный просмотр его характеристик. То есть это если человек не проходил чистку, да, у вас? Например, да, мы это те, кто не проходил у нас чистку. Те, кто проходил у нас чистку, безусловно, они будут иметь приоритетный подход, то есть те, кого мы знаем лично и проходили у нас чистку, мы знаем их кураторов, эти люди уже будут первыми в этом курсе. И насколько я знаю, Вера, у нас, Ольга, у нас, по-моему, уже там 6 человек, скажем, из 20. Полгруппы, да, у нас уже есть. Значит, остается тогда где-то еще максимум 14 человек, которые мы можем еще набрать. Занятия будут проводиться каждые 6 недель. То есть каждые 6 недель будет открываться новый курс. И первый поток как раз вот начинается в начале июня. То есть те, которые не успевают на первый поток... Они могут спокойно обратиться на... Конечно, да. Да, на второй поток и потом третий поток. То есть каждые 6 месяцев будет новый поток. Не каждые 6 месяцев, 6 недель. Ой, каждые, я извиняюсь, да, каждые 6 недель. Такой вопрос еще по поводу видеообучения. После обучения будет какая-то запись этого видео оставаться у ученика? Конечно, когда мы работаем в скайпе, когда мы все будем объяснять и рассказывать, эти все записи, это запись этого сеанса, я так скажу, или этого курса, она остается в скайпе, то есть каждый может ее себе скачать на компьютер и просматривать, сколько ему, безусловно, необходимо для того, чтобы понять какие-то вопросы и, конечно, задавать вопросы по этим занятиям. Но это мы будем все в процессе уже разбираться. Отлично. Первый поток мы ведем с Верой, поэтому мы не знаем, сколько это будет, я говорю, 4-5 недель. Может быть, вторые курсы будут уже 4 недели. Тогда мы будем знать, сколько на нас, какие у нас пункты надо еще проработать, какие вопросы появятся в ходе обучения. Живой такой режим будет.
Такой вопрос еще был. Будут ли сертификаты? Да, безусловно, у нас будут эксклюзивные наши сертификаты, которые будет каждый выпускник получать. У него будет стоять номер Argo VP2, регрессивный гипноз. Это фирма, которая зарегистрирована в Канаде. Наша школа зарегистрирована в Канаде. Мы официально налогоплательщики в Канаде, поэтому все будет идти официально, со счетами. Деньги будут переводиться по переводу и так далее. А вот некоторые хотят брать отпуск на время обучения. Нужно ли это? Или... Нет вообще для этого необходимости брать отпуск. Вы просто должны как-то спланировать свое время, когда вы можете работать. Во-первых, вы должны обязательно присутствовать на сеансах, может быть, какие-то дни. Но хотя мы будем начинать в районе 6 вечера для того, чтобы те люди, которые живут в Канаде, в Америке, они тоже могли участвовать в этом по своему времени, там 9-10 часов утра у них будет. Здесь надо будет еще смотреть. Время у нас будет занятие в среднем длиться, я думаю, от часу до 1,5 часов. Но после этого у человека начинается самостоятельная работа, то есть у него будут даны задания, которые ему надо проработать. Например, самопогружение, самогипноз, определенные пункты пройти, вернуться назад. И это надо делать очень часто во время обучения. То есть человек должен постоянно пребывать, желательно в состоянии альфа. Не рекомендую идти на курсы те, у кого нет возможности работать спокойно, когда там собака гавкает, дети кричат, шум стоит. Это, во-первых, сбивает не только слипера, но и гипнолога самого. И это еще пагубно влияет на ситуации, когда вы работаете, и перед вами стоит, скажем, высокогерцовый демон, а у вас начинает там гавкать собака, вы отвлекаетесь в этот момент, концентрация когда теряется, это может печально закончиться, потому что мы никого не пугаем, но мы имеем дело с реальными демонами, с реальными интерферентами. Вы знаете, с кем мы общаемся и с кем мы боремся. Сколько на нас было нападений. Тем не менее, мы прошли этот путь и проходим его, и вы так пройдете. То есть должны быть условия тишины. Да, обязательно вас. Человек должен иметь возможность для того, чтобы закрыться, и ничего ему не мешало во время сеанса. Потому что сеансы, вы должны понимать, вот момент погружения будет идти, ну, где-то минут 20, со временем можно его укоротить, те, кто захочет. Ну и сам сеанс, вся работа будет это... час, то есть 1:40, 1:45 до 2 часов. Это надо. И причем как гипнолог и как слипер, то есть это уже получается погружение, как гипнолог, как слипер, это уже 4 часа. Не обязательно, безусловно, в этот день делать, на следующий день надо делать. Уже другой сеанс, но вы должны понять, что это работа каждый день. То есть эти 30 дней будут очень интенсивны. Это нельзя будет просто просмотреть видео без практики. Потому что мы будем спрашивать именно практику, именно результаты, которые вы будете записывать на видео, как мы это видео записываем. И все наши сеансы точно так же вы будете записывать. Мы будем смотреть ошибки, проверять, делать какие-то, давать какие-то оценки этой работе, направлять. В общем, это интенсивный процесс, который будет, скажем так, 5 недель проходить. И для этого необходимо человеку, кроме... желание еще иметь возможность работать спокойно. Ну и, наверное, планировать нужно после обучения практиковать, работать, помогать людям. Да, конечно, да. Мы желаем в первую очередь тех учеников, которые будут именно дальше работать. Я вначале уже сказал в видео, которые дальше будут работать в этом направлении и помогать другим людям. Вот это и есть смысл нашей школы, если вы хотите эти знания использовать только для своей семьи, только для себя, это, безусловно, хорошо, но это не является смыслом того, чем мы занимаемся, потому что мы хотим, чтобы наши выпускники именно несли этот свет, который они получат, и дарили эту любовь, дарили излечение от страшных болезней, освобождали людей от страшных сущностей и делали это осознанно. Я не говорю, что это для за этого надо бросать работу, но это должна быть какая-то периодичность.
То есть все пары нормальные, которые работают, они делают минимум 2 погружения в неделю. Хорошо, я думаю, мы ответили на все вопросы. Я думаю, мы ответили на все вопросы, которые нам пришли. И если будут какие-то другие вопросы, то пишите Ольге. Да, и заявки свои по поводу обучения тоже можете... Да, заявки мы начнем принимать через месяц, за месяц до сеанса. То есть это у нас сегодня 9 апреля, ну где-то 9 мая мы начнем. Нет, подожди, апрель, это скорее всего с 1 мая мы уже начнем, если мы с 1 июня. Значит, через 3 недели мы начнем принимать уже. А оплату, то есть мы предоплату не берем, а оплату где-то в конце мая, да, будем принимать? Оплата, мы принимаем заявки, когда мы даем добро, мы даем разрешение на проведение оплаты, сообщаем данные, и человек переводит деньги, оплата идет одним переводом. То есть в мае мы уже можем принимать и оплату, да? В мае будет приниматься оплата, потому что мы 1 июня, то есть за месяц до работы начнется приниматься оплата. Понятно. И группа, как я уже сказал, ограничена. 20 человек, из них уже 6 мест, как ты сказала, зарезервировано для наших клиентов. Да, есть уже клиентов. На первый поток. И много уже есть на второй поток, потому что там по определенным обстоятельствам. Нет никакой спешки. Мы желательно, чтобы человек просто осознанно подходил к этому и подумал, нужно ему или нет. Наверняка вы можете найти похожие знания, на, возможно, даже дешевле на других каналах. Правда, я не знаю, кто за этими знаниями стоит. За свои знания мы несем полную ответственность, потому что мы видим тех, с кем мы общаемся, и уровень нашего доступа. Мы о нем особо не говорим, но вы видите, что мы можем делать. Да, я об этом хочу сказать, что люди видят, как вы работаете, насколько вы сильные, и какие у вас способы, методики, и как вы чистите людей, поэтому хотят именно к вам идти. Мы прошли этот путь, мы не всегда были такими сильными. Сильными становятся, когда приходят трудности. У нас было много трудностей. Но мы всегда знали, что рядом с нами всегда находится и куратор, кто может подсказать нам. Кроме того, свои какие-то знания уже до этого были. Мы же не вчера начали, в принципе. У меня первый контакт начался более 20 лет назад. И эти 20 лет я прошел огромный путь изучения разных вещей, точно так, как и Вера. Мы просто встретились и нас так свели. Я надеюсь, наши выпускники точно так же найдут свою вторую половинку, из которой они могут решать все задачи, а задач, которые может решать регрессивный гипноз, именно тот, который мы даем, он вот такой. У него огромное количество направлений. Здесь можно полдня об этом говорить, что может регрессолог хороший со своим слипером. Но опять-таки все зависит от допуска как одного, так и другого. Поэтому мы не знаем сами, какие люди к нам придут, но за каждым стоит его куратор, и мы более чем уверены, те, кто прослушает это видео и почувствует какой-то резонанс, это до него достукивается его куратор. Значит, возможно, ему действительно стоит обратить внимание на нашу школу. Мы никого не заманиваем, мы никакой рекламы огромной не даем. Мы, как и сказали, мы маленькая семья, такой и останемся. Не будем, как другие школы, набирать по 100 учеников. Наша цель не является коммерческая сторона вопроса. Но и занятия, безусловно, должны стоить эти знания, которые мы даем, соответственно, определенную сумму. Ну, у некоторых, вот, которые проходили чистку у нас, они до этого проходили у других там регрессологов, то у них есть чем сравнивать. Они, конечно же, отмечают, что вы на очень сильные по сравнению с другими, поэтому и знания вы можете дать очень такие серьезные и сильные. И по поводу того, что вот есть даже обращаются регрессологи, которые там проходили где-то обучение, но они сами не могут почистить там своих детей. Мы много регрессологов перечистили, мы много слиперов перечистили других. Есть люди, просто обращаются, не могут понять, как, что случилось, потому что зрение, например, раз и пропало.
пропало зрение астральное, а это значит, его кто-то перекрыл. И надо найти эту причину. И самому, конечно, если опыта мало, очень трудно такие моменты найти. Но это все мы будем объяснять и рассказывать нашим ученикам. Да, ну или если не практикует, да, вот человек обратился, он не практикует, он гипнолог, он обучался, но он не практикует. Ну давайте начнем с того, что каждый день в процессе обучения вы будете заправлять себя энергией, каждый день. Кто не готов этого и не хочет этого делать, вопрос времени, когда в него войдет сущность. То есть мы работаем, мы вот сегодня решили, и это до конца жизни. Человек так должен понимать. Ты не можешь сегодня сделать себе огромный выходной в плане того, чтобы не заправиться энергией. Ты не можешь напиваться алкоголем до безумия, другие вещи делать, которые обычный человек может делать, потому что у нас это связано с частотой энергии и частотой вибрации. Если она понижается, у нас существует опасность подключения астральных сущностей. Для этого, поэтому нужно более серьезно относиться к себе. Это не тяжело. У нас ребята, которые уже записались на обучение, то они работают над собой. Это 100%. Конечно. Влад, спасибо тебе большое за то, что ты рассказал. Пожалуйста. Пишите Ольге, задавайте вопросы. В принципе, я надеюсь, я на все вопросы ответил. Если что-то еще, все, что тебе писали, если еще что-то будет, мы ответим уже в личном порядке. Да, всего доброго всем. Высоких вибраций. Заявки. Чистых энергии. Принимаю я. Пишите мне на Telegram. Ну, с 1 мая ты начнешь принимать заявки, да? Ну, я уже их принимаю. Я записываю уже, кто хочет, желающие, я записываю. А с 1 мая мы уже там начнем по оплате обсуждать вопросы. Я больше чем уверен, это вот как и у нас было с Верой. Эти люди почувствуют такой звоночек в дверь, и у них срезонирует, мы это так называем. Если не срезонирует, то лучше не надо этим заниматься. Лучше не надо, да. Благодарю. Всего доброго, наилучшие пожелания всем. Оставайтесь здоровыми. До скорых встреч. Да, светлых энергий. Пока.